Всем привет! Это ЗОЖники. У женщин, значит, 35 лет, да? Это, то есть, вот такой пик? В среднем это как раз рассвет, пик сексуальности, да. Что ж тогда говорят, 45, ягодка опять? Вот если про женщин, да, влияет ли секс на урологическое здоровье? Есть цистит медового месяца. На самом ли деле витамины красоты могут тебе дать то, что ты от них требуешь? Эта история строится только на сбалансированном правильном питании. Мы продолжаем обсуждение такой пагубной привычки, как курение. И заболевание это называется хроническое. Обструктивная болезнь легких. Я хочу призвать всех вас, курильщики, бросить сигареты и забыть про эти сигареты навсегда. ЗОЖники на телеканале Здоровое ТВ.